Здравствуйте, дорогие зрители! Приветствую вас на моем канале обзоров телепередач, который имеет название Оксана Гетман Телеклуб. И сейчас мы с вами поговорим, что нас ждет в следующей серии проекта «От пацанки до панянки» на новом канале. Я, как всегда, прошу вас, напишите в комментариях, какая пацанка вам нравится больше всего. А в следующей серии девочки будут окунаться в детство. Они пойдут в настоящую школу и будут там играть с детьми, с ними забавляться, пытаться их научить. Но также к ним приедут мамы, и это будет очень трогательно. Единственное, не приедет мама к Алене Питиной, ее будет очень жалко. Юля с мамой и психологом будут обсуждать, как Юля сделала аборт, о том, что надо было нагуляться, о том, как мама ее склоняла к этому аборту. Это будет тяжелый разговор, поэтому не зря там психолог. А Снежка с мамой будут обсуждать то, что любовь, она покупается за деньги. И вот таким было детство Снежки.